Комикс «Супергерои политики. Капитан Казахстан» презентовали в столице. Иллюстрация повествует о чиновнике, который по ночам борется с несправедливостью. В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители государственных органов, интеллигенции, политологи, эксперты, блогеры и лидеры молодежных организаций. Как отмечает автор, главная цель произведения – продвижение идей патриотизма и нетерпения к коррупции среди казахстанцев. Этот комикс я задумал еще, когда учился в школе. Я много думал над тем, каким должен быть герой, политик современного Казахстана. И в результате появился «Капитан Казахстан». Он отстаивает семейные ценности, пропагандирует патриотизм, справедливость. Мы должны воспитывать наших молодых соотечественников в правильном направлении.